Привет, народ, с вами Алексей, и мы поиграем сегодня в Super Mario Bros. В ретро-игру. Как я и обещал, один раз в недельку я буду выпускать такие игрульки для олдов, как говорится. Ну и послушаем музычку. Пам-пам-пам-пам-парам-парам-парам-папам. Все, ладно, поехали. А то это... Сейчас в танец. Пойдем в танцы плясать под такую музыку. Музыка детства. Так, ну полетели. Тут, кстати, все на время. Надо нам это пошустрее бегать. Так, не сюда, не в эту трубу. Вот в эту. Во, провалились наконец-то. Да, здесь секретный уровень. Монеточки. Забираем все это добро. Пум. И не спеша мы идем. Так, здесь флагшток, надо нам прыгнуть со всей силы. А так вот на 5000, красота. Ох, ребята, 100%. Тем, кому за 30, первой игрой у вас был Марио. По-любому. Процентов, ну не 100, но 80 точно. Еще картриджи были многоигровки. 999 тысяч там, да? А игр на самом деле там 3-4. Так, берем мега цветок, и мы теперь вот так умеем стрелять. Оба-на, а тут монета есть. Да, я помню. Пум-пум-пум-пум. Так, забираем монеточки. Вот так обхитрим. Еще присядем и вот так вот напуляем им. Блин, в итоге я не попал. Лошара. Ну, хрен с ним. Так, здесь, чтобы забрать, надо бы нам вот тут башкой разбить своей могучей. Ой-ой-ой, как я разогнался. Ребята... Опасочка, прямо опасочка. Так, здесь у нас лестницы такие, спускающиеся, платформы. Да, и мы выбираемся из подземелья. И опять у нас флажок, надо разогнаться. И на пятерочку. Красавцы. Так, мир 1-2 пройден. В честь нас салюты, конечно же. Поехали дальше. 1-3. Это кто у нас? Черепаха, индюшка? Непонятное существо. Ну, с панцирем, значит, будет черепаха. Опа. Так, здесь платформочки. Надо аккуратненько. Па-бам-па-бам-па-бам-па-бам-пам. Пом-пом-пом-пом. Ага. Какая музычка, а? Ностальгия прям бьет по сердцу. Тын-тын-тын-тын. Ах, чуть не перепрыгнул. Так, ну и флажок. Бум, еще пятерка. Так, и попадаем в большой замок. Это у нас, наверное, будет босс. Дракончик, да, который похитил нашу девчулю, королеву, кого там. Мы пошли спасать ее. Вызвались. Так, здесь у нас вот такие вот штуковины крутятся опасные. Между прочим. Проходим, проходим.
проходим, проходим аккуратненько. Ой, чуть не попался. Ой, проскочил. Ой. Тут огнем бьют. Чуть не влип. Так, ну давай, где ты там? Хрен. Подойди ближе-то. Ух ты какой. Парень заводной. А ему чё, по? А, нет, не, ему не пофиг. Так, ну и проходим. Ди-дин-ди-дин-дин-дин. У девчонки такая, этот, шляп смешная. Спасибо, Марио, но наша принцесса чего-то там мы не успели прочитать. Мир 2-1. Так, ну сколько я пройду миров, не знаю, ребят. Давайте попробуем как можно больше, по крайней мере. Уж не рекордсмен я точно. Пока идется хорошо. Пока мы ничего еще не потеряли, ни жизни, ни разу не попались. Так, монеточки. Опа! Возвращаются к нам эти существа в виде совы, не знаю даже кто это. Опа, звездочка какая-то убежала от меня. Не успел я ее взять. А может и не убежал, а все-таки убежал. Это, по-моему, звезда бессмертия, да? Что-то такое. Там будет музыка играть быстро. И мы не будем умирать. Оба-на, провались. Секретная миссия. А, отлично. Опа, жизнь заработали. 100 монет жизнь. Ой, как я разогнался, чуть не попал. Халявная касса. Здесь никаких секретов нет? Нет. Так, здесь у нас пружинка. Вау! Опа! Так, надо разогнаться. На нашу пятерочку, как обычно. А где салюты в честь нас? Что за фигня? Ну ладно, хрен с вами. Так, у нас 4 жизни есть, и опять мы в канализацию проваливаемся. А хрен, это не канализация, ребят. Это мир водный. Или канализацию просто водой залило. Ой-ой-ой. Ой-о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 й. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Рыбка-рыбка-рыбка, не трогай меня. Не трогайте. Ага, меня укусили. Улети. Так, Марио, давай. Путь. А что, можно поверху, наверное, проплыть, нет? Ой, как... Как же тут все на тоненького. Так, тут рыбка будет нехорошая. Так, ну мы потеряли свою силу, к сожалению. Стали опять маленьким усатым Марио. Но на пятерку мы свою напрыгнем. И опять салютов нам не видать. Ладно, черт с вами, жадины. Так, мир 2-3. Ух ты! Летающие рыбы! Или кто это, я не знаю. Птицы. Ни хрена себе. Вот это неожиданность. Ладно, понял вас. Жизнь потеряли первую. Надо побыстрее, да, бежать? Не, вы,
выпендриваться. Пум-п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 ум! Пум-пум-пум-пум-пум! Гриб дай. Гриб дали, гриб забрали, все нормально. Никакой халявы. Ну блин, вот. Ой! Я упал. Походу, ребят, это все. Тут мы уже не пройдем, да? Потому что здесь какой-то этот. А, смотрите, авто какой-то сейф, оказывается, есть. Очень интересная такая миссия. Непонятно, откуда вылетит. Это хреновина. Но нам надо, по крайней мере, поскорее бежать. Так, ну все, прошли. Мы, короче, две жизни запороли здесь. К сожалению. О, мы еще и в замок дракона пришли. Маленьким гномиком. Будет тяжело, нам его уже не зачпокать будет этими шариками огненными. Чем мы там плевались? Придется его перепрыгивать. Здесь еще и дополнительные лавы, да, у нас вылетают. Вот такие. Ага. Гриб дай. Хорош. Есть шанс ошибиться. Как лучше-то идти нам, верхом, низом? Пойдем уж низом теперь. Ох ты! Ох ты! Как-то я чудом сейчас увернулся, конечно. Так, подождем, когда харкнет. Давай харкай низом. Молодец. А вот это вот я не ожидал. Вот этого я не ожидал, что он так харкнет. Долбанный дракон. И как мне его пройти? Вот сейчас бы мне, конечно, гриб этот пригодился. Боже мой, нет. Последняя жизнь, ребята, и все, наверное. Так, надо гриб захавать и пройти. Я сосредоточен как могу. Вот, блин, посмотришь в интернете, как профессионалы играют в эту игру, там пролетают ее просто. И даже как будто бы это. Не останавливаюсь, просто бегу. Удивительно. Так, вот здесь мы тогда попались, на этой харче. Два-два. Все, я спрятался. Еще раз спрятался. Ну давай. Черепашка. Дракоша. Да хрен-то с тобой. На. Ух, ну ладно, хотя бы второй мир прошли, и то достижение, как говорится. Так, короче, наша принцесса в другом замке почему-то, непонятно. Ну ладно. Так, это у нас ночная миссия. Жизни у нас нет, ни хрена у нас нет. Здесь уже эти петушки летать стали. Так, грибок нам нужен. Чуть не закосячил. Так, кактусик. Ты вылезешь? Нет, интересно? Нет. Он вылезает только когда я перепрыгиваю, видимо. Так, сюда можно спуститься? Нет? Ух ты! Какие черепашки у нас тут. Опаснейшие. Ребятки. О, то, что нам нужно. Надеюсь, мы с таким орудием до босса дойдем.
дергаем слабо. В последний момент пульнул-то, кстати. Свезло, свезло. Петушки, вы меня тут не пугайте. Дайте мне уже жизнь. Я хочу жизнь. Не хочу умирать. Так, ну мы прошли. Надо разбежаться. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Не смог, не получилось. 800 чечей всего лишь. Так, мир 3-2. Пиу. Не, ну так-то по кайфу идти. По прямой-то. Так. Цветочек, это 1000 очков. Так, а, нам надо еще 500. Сколько нам надо? 50 тысяч очков, ребят, походу нам надо. Чтобы чего-то тут поднакопить. На жизнь-то. Ой, да что меня так заносит? Опять эта звездочка провалилась. Ну хрен-то с ней. Не растерять бы свою силу вот эту. Па-пам-пам. Па-пам-пам-пам. Па-пам-пам. Убил я, кстати, эту колючку наконец-то. Первый раз. Ой-ой-ой-ой, время. Па-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все, успели, нормально. Ах ты, на 2000 только залетел. Не хватило. Ну, зато салютики. Тоже хорошо. Так, мир 3-3. Платформы наши. А, нет, погодите. Я, наверное, ошибся. 100 монет дают, да? О-о-о-о! Жизнь-то. Я чуть не разбился. Тихо-тихо-тихо. Ой, как тут все жестко. Не пролезает что? Туда. Индюшки, не надо ко мне. Ко мне не подходите, молодцы. Стремненько. Так, у нас время ведь идет, кстати. Я тут веселюсь. Опа, на 800. Все, пришли к замку. Ребята, пришли к боссу. Ну, одолеем, не одолеем. Давайте попробуем. Тут все жестче и жестче становится. Уже, видите? И лава, и цепочка, и хрен поймешь, что только нету. Жопа жопная. Так, похаваем. Тайминги, тайминги, наши любимые тайминги. Ах, хрен тебе, лох. А вот это уже подтер.
меня поймать хочет. По шапочке почти пролетело. Ай, почти поймал. Давай, давай, стреляй. На тебе в ответку, на. Так, нижний удар. Взлет, так, еще. Давай, пукай. Да я понимаю. Время выходит. Вот так тебе, гаденыш. Мы его прошли, ребята. Еее. Мир 3 прошли. Да я прям вообще красавчик. Герой. Так, мир 4-1. Ну тут, я думаю, уже все. Закончится у нас. Кайфушка. Ага, тут уже тучки злые. Ежей каких-то, ежиц разбрасывает нам. Нам тут так и будут подкакивать, да? Ну кто ты, какая нехорошая тучка. Ой, допрыгнули, ладно. Надо было с разбега прыгать. Да ты задолбала меня. Кактус. О, жизнь, ребята. Жизнь. Что ж еще может быть лучше, чем жизнь? Ну, все, одолели. Одолели, отстала от нас. Здесь касса. Ну, на двушечку, ладно. Зато 10 монет срубили. Тоже неплохо. Салюты. Так, мир 4-2. Бум-бум-бум. Ой, чё занервничал? Стой. Сам что-то занервничал, засуетился. Нам главное вот свою силу не растерять, вот этого Марио, да, мощного. То будет сложнее играться. Так, ну и жизнь бы еще хотелось. Опа. Опа. Видали как? Это читерский способ. Класс. Бля. Чуть не улетел, ребят. Простите, что я ругаюсь. Но это было рядом. Так, я опять верхушкой. Кайф. Хрен нам. Так, и куда мы побежим? На один короткий путь. Фига себе, ребят. Я не знал, ей-богу вам говорю. В мир 5-1 попали. Вот это читерство. Ребят, лайкос за такое. Ну, блин, он прям это вообще. Я честное слово говорю, я не знал. Я вообще подумал, что все, мы застряли, короче. Идем неправильно и придется заканчивать игру. Я даже немножко испугался. А нет. Ай, что я натворил? Я Марио профукал. Мощного Марио. Так, нам нужно срочно гриб. Или хотя бы вот так. Вот пушки уже стоят какие-то. Дай гриб. Хрен. Дал. И жизнь дал. А, это не гриб, это жизнь.
Да, блин, не получилось. Ну, блин, круто. Мир 5-1. Смотрите, как мы далеко прошли-то. Я, если честно, не ожидал. Думал, там на втором мире каком-нибудь уже кончусь. Могём. Так, черепашка это, да, кидается своими мега топориками, блин. Притом хорошо кидается. Задолбало. А как ее пройти-то, кстати? Интересно. Ладно. Надо гриб найти, может здесь гриб есть какой-нибудь. Ой! Опять эта черепаха долбаная. Обдолбанная черепаха. Я нашел грибок. Так-то. Да хватит тебе свои топоры. А, ну понятно, ее... А, нет, убить можно. О, мы в трубу прилетели. Водяную зачем-то. Ну ладно. Так тут вообще платформой придавить может, если что. Да, ребят, зажал себя в угол, что-то засуетился и попал. Какаху. Так, ну походу наша смерть уже приближается к нам. Ну, я знаю, где гриб. Вот так, замочили. Так, не буду я в трубу нырять. Что-то мне не хочется там плавать, честно. Блин, у нас жестко последняя. Надо нам как-то... Мне кажется, вот здесь вот есть бонус в виде цветочка нашего, да? Да, вот хотел больше, а получил, как всегда. Нехрен. Да, грибов. Это что за микробы? Ой! Па-бам-пам-па-бам-пам. Ничего, мы еще в игре. Кто засомневался? А, ребята, кто во мне засомневался сейчас только что? Я знаю, я чувствую. Да, бляха, ну что у меня флагшток такой? Что-то вначале все получалось, сейчас не очень. Ну ладно, прошли все-таки. Мир 5-3. О, снаряды летают уже. Конкретно так летают они уже. Игра прям усложняется. Жестко. Класс. А может нам здесь маленьким-то и лучше? Так, вот тут, я думаю, грибок. Точно. Прям вот чувствуется просто иногда, где грибок есть. Ой, мы упали прямо с этой курочкой, ребята. Да-да-да. Ух, ребят, ладно. На этом все. Ну, прошли мы неплохо, кстати, так-то. Не так уж слабенько. Ладно, ребят, надеюсь, вы насладились. Вспомнили свое детство, как вы сидели там с братом старшим или с сестрой. Долбили в этот Марио. И 100% проходили дальше, чем я. Но это лишь для воспоминания. Все, ребят, всем пока. Не забываем поставить вот такой мощнейший жирный лайчище. И всем хорошего вечера.